эти финишная прямая сосновой аллеи. Там сейчас буквально пару минут, даже меньше, я думаю, минута. Я дойду до очень красивой площадочки, очень симпатичной, где при хорошем раскладе можно выйти с чайничком, с пироженками, ну не знаю, короче, позавтракать. Ну не обязательно пироженки, я прям сразу пироженки, ну там крекеры здоровые какие-нибудь, безглютеновые. Там есть еще место для шашлыков. Ну, в принципе, я не ошиблась. Получается минута. Вот. То есть мы подходим к этой беседке. Вот тут можно посидеть тоже. У нас дома есть такая, как горелка переносная. В принципе, можно взять и турку, и кофе здесь попить. Но мужа моего это вытащить, убиться, конечно. Если он домой зашел, то он не выйдет. Ну, понятно, там есть всякие услуги, типа бесплатного туалета. Вот мы пришли. Вот что я говорила. Такая милая посиделки тут. Можно полежалки. Тенечек. В общем, очень уютно и красиво. Хочу отметить. Так, еще выше там подъем. Фонтанчики. Сейчас выше поднимусь, там сниму.